Надо действовать осторожней. У Дэмиана свои интересы в этом деле. Он что-то задумал. Ладно, пока займемся портфелем. Да, у чувака. Стоп. Поверить не могу. Что? Парни Куина проворачивают старый как мир трюк. Подменить портфель? Серьезно? Ностальгируют? Я такого еще не видел. Зачем они это? CTOS не обмануть. Любой, кто взглянет на монитор, заметит подмену. Хотят обмануть систему обнаружения. Интересно. Портфель на лодке. Лодка идет по реке. Поеду за ними на байке. Похоже, я знаю, куда они. Подожди. Что тут рядом? Думаю, далеко они не уплывут. Скинут портфель и дело с конца. Так. Нет. Нет. Ага. Старая Марина. Лаки Куин купил ее в 67-м. Думаю, они туда. Она закрыта для посещений с 80-х.
Короче, что делать-то? Боже! Завалите его! Срочно нужно выпить. Твоя мама... Господи! Отправляю тебе список гостей. Судя по всему, клуб подстраховался.
Охраны будет полно. Хорошо, сейчас найдем тебе личность. С изюминкой. Не из нашей страны. Чтобы его не знали в лицо. Ясно. Так, вот. Изобразишь мистера Панга? Это вряд ли. Европейцы есть? Николас Криспин. 32 года. Родом из Америки. Не был тут 12 лет. То, что нужно. Боже, тут его предпочтение. Он извращенец. Богатый извращенец. Его хватится? В каком это смысле? Клара, если я стану Криспином, ему придется исчезнуть. Я должен буду убить его. А? Нет, думаю, нет. Мою сестру похитили, Клара. Ради нее я готов на все. Если для тебя это слишком, откажись. Я не обижусь. Нет, без проблем. Этой твари не хватится. Хороший выбор. Он должен забрать машину из автосалона. Ясно. Там и найду. Этот автосалон в Мэд Майл. Но сначала надо взломать центр управления. Хорошо придумали. Там, говорят, все на велосипедах. Так я мило. Так рада, что хожу пешком. Покуда камеры везде, чиновник держит нас в узде. Я притворюсь, что тебя нет. Увидишь камеры, все поломай. Им сверху видно все. Ты так и знай. Так ведь? Нет. Да он просто чокнутый. Прочь из нашей жизни! Давайся, ДИОС! Ты только глянь. И ведь не лечится. Власть следит, нет. А мы и рады! Нет. Чего это он? Так, но... Нет. Не подсматривай за нами, все расскажем твоей маме! Come on.
было? Чёрный держит нас в узде! Куда пошел? Пожалуйста! Власть следит, а мы и рады! Завали его! Подберись к нему! Ложись, граната! Ушел. Ищите уже. Найди его. Живо. Никого, проверю там. Никого тут нет. Иду дальше. Вроде чисто. Гляну там. Здесь ничего, гляну там. Здесь его нет, буду искать дальше. Никого, ищу дальше. Тут никого, здесь иду дальше. Никого, иду дальше. Тут все чисто. Проверю в другом месте. Тут блин, чисто, там гляну. Всем быть наготове. Thank you.
Ха-ха-ха! Круть, круть, круть! Я дикий факир с дикого запада. Моя подзорная труба настроена на твою шлюпку. Заплывай в мою гавань! Ау! Что из этого фиксирует CTOS? Где хранят данные? Как их используют? Готово. Теперь Николас Криспин. Алло, это Эйден, дядя Джекса. Хотел узнать, все ли у вас в порядке. Сначала расскажите, как там Ники. Она не звонила. Пока разбирается в себе. Боюсь, ей нужно время. Джексон очень по ней скучает. Могла бы ему позвонить? Он себе места не находит. Хочет домой. Я понимаю. Все передам. Если будут хоть какие-то проблемы с Джексом, если он сбежит или еще что, сразу звоните. Ладно. Позаботьтесь о своей сестре. Да. Конечно. Не знаю, что думать об этих камерах. Неужто какой-то извращенец через них смотрит? А где хранятся записи? Ты только подумай, там же, наверное, миллиарды терабайт. Какие люди! Давненько мы не видели! Нет! О, Господи! О, Боже, нет! Какой-то мудак играет тут в казаки-разбойники. Почему это считается нормальным? Дроны — это нечто. Забили на бандитские разборки и носятся... Чёрта! Что с ним такое?
утром был обнаружен труп. По одной из версий, это дело рук мафии. По данным полиции, жертва причастна к недавнему ограблению. Считается, что он связан с преступной группой Chicago South Club. Он так кого-нибудь задавит! Гляньте на кого! Блин, вот я попал! Нет, нет. Пешеходов. Wow, dude.
Что-то изменилось. Да, держусь пока. А ты? Крути, надеемся днем. Ну, ты знаешь, как... Гони бабло! Держись, чувак! Погибли в хаосе, который царил тогда в городе. Недостатки энергосети выявил хакер. Этот хакер – Фреймонтини, герой. Они вроде. Чикагская CTOS уязвима. Жители
без защиты. Вернем контроль. Нужен ли CTOS перезапуск? Мэрия заверила граждан, что контролирует ситуацию. Однако жалобы о сбоях в работе системы продолжают поступать. Нерабочие светофоры, отключение света — лишь верхушка айсберга. Про него передача была? Thank you.
граф не жалуется. Понимает, в чем его роль. Бразды правления у него, но везет он меня. Речь была интересная. Познакомились с людьми из компании Блюм. Они хотят сделать Чикаго первым умным городом Америки. То есть все публичные и частные данные будут идти через центральный компьютер. Подробности особо не вникал, но перед нами безграничные возможности. Поэтому я дал мэру добро. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны. Что-то я парюсь по поводу пушек. Копы используют CTOS. Цепки, конечно, есть, но операцию придется свернуть.
Thank you.
Что с тобой? Преступлений. Можно даже угол выстрела узнать. Они что только не делают. Воровство, шпионаж, заказные убийства. Думаю, полиция Чикаго с таким не справится. Твою мать! Чувак, это самые настоящие спецагенты! Встретимся в магазе, вдруг узнаю, где они. О, привет! Эй, нашел что-нибудь? Только нычку одной элитной банды, на них 17% нераскрытого криминала в городе. Не знаю, это считается за что-нибудь? Кидай. Считай, что уже